Я ставлю ногу вот на уровне, так вот, цепляюсь пяткой и подтягиваюсь пяткой. И вот финиш. Потом я так и держусь. Могу вот так держаться. Врачи уже приговор, что мне сделают операцию, и все, и я не буду на горных лыжах кататься, и не буду ничем не смогу заниматься, потому что мне пластину ставят. Вот. Я с этим не согласна. Это значит сесть просто, жизнь окончилась. Я начала искать эти моменты, как можно все-таки развить мышцы. Стала над собой работать без доктора. Я занимаюсь 2 года уже. И мне очень нравится. Во-первых, растяжка хорошая. Я могу забор взять. Если мне надо убежать от кого-нибудь, я убегу. Угу, отлично. Раз. Второй раз. Мокрые руки. Третий. Садимся. Умничка. Хорошо. Носочек тянем. Отлично. Хорошо. Ага. Сложного для меня ничего нет. Но в пританце маленько тело у меня не слушается. Я это поняла. Но все равно уже лучше, да, стало? Бросать я не буду, потому что я поняла, это здоровье, это движение. Мне нравится скорость. Могу даже на тарзанке. Сейчас страха нет. 10, 5, 7.